Всем привет, меня зовут Богатейший Ди. В начале марта я показывал свой первый закуп на 10 тысяч долларов. Тогда я купил почти 3 биткоина. И, кстати говоря, с тех пор инвестиция подросла. Вы знаете, о чем я говорю. Сегодняшнее утро было просто шикарным. Однако, за моей душой остается еще 2 закупа, каждый на 10 тысяч долларов. Хочу сразу сказать, что оба закупа я уже завершил. Но сегодня речь пойдет только об одном из них. А о втором я сделаю отдельное видео. И это будут не совсем мейнстримные криптовалюты. Давайте же обо всем по порядку. 2 июля 2018 года на своем канале я выложил видео об инвестиционном фонде Stansberry Research, который продавал профессиональную аналитику криптовалютного рынка и не только. Ее еще называют криптокапитал. Эту аналитику я публиковал в закрытом телеграм-канале для людей, которые помогли собрать на нее деньги. Именно она познакомила меня с проектом, чей токен теперь оказался в моем портфеле. Первое упоминание было уже в июле 2018 года. Впрочем, чтобы этот проект меня заинтересовал, мне понадобилось потратить куда больше времени на его изучение. Ребята, я не зря сделал обзор на Brave браузер, ведь это была первая ступень этой лестницы. Обычно выход таких видеороликов я тщательно продумываю. Кстати, если вы не смотрели видео про первый закуп или видео про Brave браузер, ссылки на них будут в описании под видео. Кстати, рекомендую установить Brave браузер, как обычно. Я его всегда рекомендую устанавливать. Токен, о котором я говорю, помог мне чуть ли не удвоить вложения за очень короткий срок. И купил я его после рекомендации самой первой платной аналитики, которую мы вместе с подписчиками купили. Речь идет, конечно же, о Basic Attention Token. Я сделал таблицу, в которой указал, сколько и когда было куплено токенов. Ордер на закупку заполнился в 2 подхода, но оба раза закупиться удалось по цене в 19 центов. Всего было куплено 52 631 токен на общую сумму 9999 долларов. Конечно же, на момент записи видео токен оценивается уже в 29 центов. И честно говоря, я очень рад, что мы купили эту профессиональную аналитику с вашей помощью. Именно она помогла найти мне этот проект и приумножить вложение так быстро, найдя правильную точку входа. Кстати, некоторые из вас уже знают о моей закрытой группе, если они подписаны на мой телеграм. И в этой группе мы покупаем множество таких аналитиков. В целом было скуплено аналитики на 20 тысяч баксов. Но об этом я видео сделаю, конечно же, отдельно, если вас оно интересует. В этой группе очень жирная информация, которая недоступна большой публике. Да просят меня подписчики криптокапитала платного телеграм-канала, но я решил немножечко проспойлерить то, что там публикуется. Аналитики Stansberry Research считают, что токен BAT может вырасти в 20-30 раз в будущем. Но это не финансовый совет от меня, если что. Раз уже пошла такая пьянка, скажу вам по секрету еще и следующее. Ребята из платной аналитики CryptoCapital также ввели новую систему оценки токенов, которую назвали UpDraft. Монета оценивается по следующим пунктам. Первый пункт. Польза и пользователи. Второй пункт. Какие проблемы проект решает? Третий пункт – децентрализация. Четвертое – доступность на биржах и простота хранения. Пятое – сам проект. Шестое – будущее проекта. И седьмое – команда проекта. В общем, загружу более подробную информацию об оценке криптовалют с помощью этой системы в Telegram. Ссылка на него будет в описании. Подписывайтесь обязательно, чтобы не пропустить. Если вы еще не подписаны почему-то. Итак, каждую монету, которую ребята добавляли в портфель, оценивали также из помощью этой системы. К примеру, токен BAT получил 93 балла из 100 по этой системе. Самыми слабыми пунктами BAT стали применяемость и использование, что, впрочем, будет исправляться по мере роста популярности браузера Brave. Ведь на момент, когда мы получили эту аналитику, на календаре было лето 2018 года, и у браузера было 3 миллиона загрузок. На данный момент загрузок уже 20 миллионов, и, кстати говоря, вы тоже внесли свою лепту в эту цифру, что очень круто, ребята.
Состоянием на декабрь 2018 года токен BAT стал приниматься более чем на 8000 сайтах, включая такие известные как Washington Post и Vimeo, а также более 20 тысяч YouTube каналов тоже начали принимать этот токен, в том числе и мой. Перед самым новым годом я получил сигнал от криптокапитала о покупке BAT'а до 20 центов. Я дождался этого момента и купил максимально выгодно по цене в 19 центов за токен. Сейчас он стоит 30. Сами понимаете, что я в плюсе. Итак, я рассказал об истории знакомства с проектом Brave Browser и покупке токенов BAT, а также о том, как именно я выбрал точку входа. Остался только один вопрос. А что такое BAT? Во-первых, по моему скромному мнению, это самый недооцененный токен на рынке на данный момент, ведь за ним стоит реально работающий проект. Ранних инвесторов все еще мало, я бы очень рекомендовал купить этот токен хотя бы на пару долларов, но не на всю котлету. Теперь сделаем обзор на BAT, опираясь на эту систему. Но сначала, ребята, хочу напомнить вам о моем мониторинге обменников exchangesumo.com. Здесь вы можете поменять валюту или криптовалюту по выгодным курсам. Ссылка будет, как всегда, в описании под видео. Кстати, напиши в комментариях, если пользуешься моим сервисом и как он тебе. А теперь погнали к анализу по схеме криптокапитала. Итак, первый пункт. Польза и пользователи. Более 2 миллионов человек уже активно используют браузер Brave. Первый браузер создателей Brave достиг отметки в 125 миллионов пользователей. Речь идет, конечно же, о Mozilla Firefox. Поэтому и рост браузера Brave ожидается существенным. Такие издатели, как Dow Jones, уже пользуются браузером, принимая токены BAT. И десятки тысяч других контент-мейкеров следуют этому примеру. Вся рекламная индустрия достигает 100 миллиардов долларов. Учитывая, что браузер Brave будет платить вам за просмотр рекламы, это что-то дозначит. Второй пункт. Какие проблемы решает проект? BAT и Brave преследуют грандиозную цель – поддержка приватности, одновременно выплачивая вознаграждение за просмотр рекламы или контент-мейкерам за их контент. Токен BAT позволяет рекламодателям взаимодействовать со зрителем без привлечения третьих лиц и разглашения ценных личных данных. Ребята, ну без блокчейна такого добиться было бы невозможно практически. Третий пункт – децентрализация. Вот это, кстати, стоит под большим знаком вопроса для меня, потому что BAT – это токен стандарта ERC-20. Несмотря на то, что уже создано около 1,5 миллиарда токенов, еще около 500 000 должны быть распределены. На самом деле эти токены находятся во владении авторов проекта, и они будут использовать их для того, чтобы этот проект рос. И это, по идее, принесет пользу и прибыль инвесторам. Вот когда эти токены будут истрачены, тогда BAT можно будет назвать полностью децентрализованным. Но сейчас я его не могу назвать полностью децентрализованным. Четвертый пункт, который в оригинале называется Round Trip, а по-нашему, проще говоря, это доступность на биржах, простота хранения и так далее. BAT торгуется на множестве бирж. Он легко может храниться на кошельках, которые поддерживают токены стандарта ERC-20, например, MyEther Wallet, и имеет невероятно ликвидный рынок, а значит, вы можете купить и продать его в любое время. Пятый пункт – это проект. Браузер работает, приватность работает, рекламы трекеров и баннеров нет. Контент-мейкерам идут выплаты. Вроде все работает, но иногда встречаются какие-то неприятные глюки. Например, некоторые картинки некорректно отображаются. Но тем не менее проект работает. Шестой пункт. Будущее проекта. Принятие Brave и BAT'а хорошо стартовали. Уже 20 миллионов загрузок браузера только на Android. Началось бета-тестирование платы за просмотр рекламы. Пока что доступно только для разработчиков. Приложения на iOS и Android точно станут хитами. Седьмой пункт. Команда. Основатели Brave и BAT'а уже имели опыт в сфере браузеров и связанных с ними услуг. К их предыдущим проектам было привлечено внимание сотен миллионов человек. Как вы видите, исходя из этой схемы анализа, криптовалюта BAT и стоящий за нею проект Brave дают основания быть оптимистичными. И это тоже стало одной из причин моей покупки этого криптовалютного актива. Но, конечно же, все еще далеко от идеала, и ребятам есть куда развиваться. Нужно еще исправить баги, увеличить базу пользователей и вывести поощрение
взыскания за просмотр рекламы из бета-стадии и многое другое. Кстати, CryptoCapital рекомендует покупать этот токен вплоть до 50 центов. Но это не мой финансовый совет, опять же. Что ж, ребята, сегодня я показал вторую криптовалюту в моем портфеле и пояснил, зачем я ее купил и почему именно сейчас. Надеюсь, в этом видео вы подчерпнули что-то полезное для себя. Не забудьте зайти в Telegram по ссылке в описании. Ну а на днях я расскажу более подробно о своей закрытой группе, поэтому подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить. А меня зовут Богатейший Ди, ставьте лайки или дизлайки, делитесь видео с друзьями, комментируйте обязательно, богатейте. До скорого.